Более 100 домов частного сектора на втором Павлодаре без электричества. В 5:30 утра в этом районе произошло возгорание трансформаторного оборудования. Также перестали работать гидравлические насосы и зарядная станция для электробусов. Азиза Исабай продолжит тему. Это видео в редакцию «Ирбиса» отправили жители домов по улице Архангельская. Люди рассказывают, сначала произошел скачок напряжения, в домах лопнули лампочки. Затем в 5:30 утра услышали сильный хлопок. Загорелся трансформатор. И он очень долго горел. Соседи, кто живет рано, вызвали пожарных, приехала полиция, тушили этот трансформатор. У нас ужас, что творится. Район самый несчастный, наверное, в городе. Холодина. Сейчас насосы отключили, света нет. Люди без воды, люди без света. У людей, у кого-то электроотопление, у кого-то котлы длительного горения. Это все теперь не работает. Неизвестно на какой срок. Вот так выглядел трансформатор к 10 утра. Преобразователь сгорел полностью. Люди переживают, что от сильного скачка напряжения электробытовая техника могла прийти в негодность. Без света 112 частных домов в квадрате улиц Архангельская, Заслонова, Таллинская, Крайняя. Обесточенными оказались также насосы и зарядная станция для электробусов. На конечной заряжаются электроавтобусы. Сейчас на данный момент света нет. Заряжаться им нечем. Если придет разряженный, то ему будет крышка. Он останется тут зимовать у нас. Произошло аварийное отключение фидера номер 10 под станцией «Восточная городская». Причиной отключения стало повреждение на комплектной трансформаторной подстанции номер 531. Оно вызвано внутренним повреждением оборудования подстанции, как следствие ее возгорания. В энергетической компании заявили, оборудование обновят вместе с конструкцией, пообещали, к вечеру подача электричества будет восстановлена. Азиза Исабаев, Мухамбет Айгужа, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис».